Приветствую вас, дорогие мои друзья! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас карта дня на 12 июля. Решила сделать в формате видео, а не в письменном, как я делала раньше. А вот, хотя первый формат мне более удобен. Ну, да ладно, давайте приступим. Итак, главное событие для всех знаков зодиака на 12 июля. Овны, что вас ждет? Туз Пентакли, друзья мои, шансы, возможности, счастливые случаи, новые пути, новая работа, новая возможность заработать, знакомство. В общем, друзья мои, это ваш день, счастливый случай. Так что не упустите свои шансы, свои возможности. Вот о чем нам говорит Туз Пентакли. Дальше. Тельцы, ну, четверочка чаш, видимо, будет чем вам сегодня, о чем вам сегодня подумать. Может, кому-то захочется помедитировать, может, кому-то захочется, так сказать, убрать лишний шум из своего сердца, из своей души, из своей головы. Может, что-то проанализировать, что происходит. Возможно, ну, просто захочется отдохнуть, побыть самим собой или самой собой. Близнецы. Ну, вам повезло, мои хорошие. Ну, это я шутя, хотя кто его знает. Выпала карта «Дьявол». Тут либо страсти бешеные, либо большие деньги, либо завязано, друзья мои, на какой-то вашей одержимости. Ну, что-то будет так шибко хотеться, ну, так шибко хотеться, что вот просто крыша снос. Так что выбирайте, что вам лучше. А, кстати говоря, вполне возможно, что дьявол может проиграться как... Ну, скажем так, избавление от зависимости или от привязанности, или от привязок, да, особенно психологического или сексуального плана. Хорошо, идем дальше. Раки, что у вас? А у вас все прекрасно. Тройка чаш, вечеринки, сабантуйчики, возможно, какие-то идеи придут. Сообразите на троих, ну, не обязательно для того, чтобы выпить. Может быть, это просто дружеское общение, дружеская встреча и создание чего-то ценного, чего-то интересного. Может быть, даже действительно связанного с хобби, может, с увлечением. В любом случае, будет очень интересно, весело, вдохновляюще и, как говорится, порадует вас по всем параметрам. Идем дальше. Лев. Четверка мечей. Вот такое ощущение, что кому-то захочется в отпуск. Либо сделать перерыв. Перерыв. Не исключено, что возникнет ситуация, когда надо действительно что-то проанализировать. Подумать хорошенечко. Очень хорошенечко подумать, да. Нажать, может быть, на стоп-кран в своей жизни. Да. И это тоже может быть. То есть нет никакой активности и есть в основном работа вашего ментала. Вот я бы так сказала. Ладно, девы, что у вас? А у вас, друзья мои, суд, обновление чего-то, либо вашего внутреннего содержания, либо вашего окружения, либо обстановки, либо что-то в профессиональной деятельности. Ну, также суд может проиграться как и избавлением, наконец-то избавлением от чего-то. Ну, также, друзья мои, добавлю, что не исключены какие-то юридические, судебные вопросы. Вот, могут там всплыть новые факты, может процесс совершенно пойти по другому руслу. То есть, друзья мои, карта суд говорит о переменах. Возможно, даже о кардинальных. Следующий, кто у нас? Весы. Весы. Ну, вам повезло, друзья мои. Девятка чаш. Радость, наслаждение, удовольствие. И, в общем-то, знаете, удовольствие даже от самой себя или самого себя. Вы будете очень довольны собой. Ну, возможно, исполнится желание. Хотя, конечно, девятка чаш, она часто трактуется именно исполнением желания. Ну что ж, дай бог, пусть так оно и будет. Скорпионы.
Ну, пятерочка кубков. Грусть, апатия, ничего не хочется. Ну, возможно, кто-то вас обидит, скажет не то слово, которое вам бы хотелось. Вот, может быть, игнорировать вас будет. В любом случае, пятерочка, ну, кубков, скажем, не айс. И поэтому тут больше я скажу в виде совета. Ни в коем случае не погружайтесь, не давайте возможности себя провоцировать. И вообще, как говорится, не реагируйте, не реагируйте. Думайте о себе. Люди разные, разные ситуации бывают. Если все принимать близко к сердцу, то жизнь покажется мало того, что короткой, но и очень грустной. Идем дальше. Так, кто у нас следующий? Так, Лев, Дева, Весы, Скорпион. Скорпион. После Скорпиона у нас, друзья мои, Козероги. Колесо фортуны. Удача, удача. Либо какие-то процессы пойдут по другому кругу. Может быть, выигрыш в лотерею или в какую-то другую игру. Вполне возможно, друзья мои, здесь как бы получение знака свыше. То есть мало что сегодня будет от вас зависеть. Скорее всего, сегодняшние события будут связаны либо с вашими прошлыми поступками, ну, либо что-то по судьбе. Вот такое у меня ощущение. Водолеи. Я пропустила, кстати, стрельцов. Давайте, давайте для стрельцов. Маленечко тут перепутала, но ничего страшного. Итак, стрельцы, что вас сегодня ожидает? Восьмерка чаш. Что-то вы поменяете в себе, либо свои планы поменяете, либо закончите какую-то работу, какой-то процесс, поставите точку, скажете все, здесь мне больше делать нечего, я иду дальше. Ну, может быть, конечно, карта проиграться как с расставанием. Ну, расставание по причине вашего отъезда или отъезда кого-то из вашего ближайшего окружения, может проиграться, конечно, и желание увольнения. Вы знаете, эта карта, она не всегда дает такие активные события. В первую очередь она проявляется желаниями вашей души, да, намерением вашей души, но уже в окончательном варианте. Так, водолеи. Семерочка, семерочка мечей. Может, сегодня вы почувствуете, что за вами следят. Ну, образно выражаем. То есть узнаете, что о вас собирают информацию, вами интересуются. Ну, по какой причине, это другой вопрос. Вот. Также семерочка мечей может у кого-то проиграться, как действовать нестандартно. Выбирать для решения задачи или проблемы какие-то окольные пути. Ну, может присутствовать хитринка, может присутствовать, конечно же, и использование вас, или каких-то ситуаций вами использование. В любом случае, лучше быть сегодня осторожным. Да, осторожным. Думать, что говорить, думать, что делаете, и тогда, как говорится, все будет прекрасненько. Ну и рыбки, что у вас? Десятка мечей. Что-то уйдет окончательно, что-то закончится. Может, выход из кризиса, может, выход из какой-то проблемы. Может, друзья мои, окончание какого-то сложного лечения. Вот. В любом случае, десятка мечей всегда говорит о конце и ближайшем начале чего-то нового. Как видим, мы, здесь у нас идет рассвет. Поэтому не делайте преждевременных, ненужных, таких, знаете, негативных выводов. Десятка мечей – это не всегда есть плохо. Ну, в любом случае, намек идет на то, что сегодня желательно закончить с чем-то, что вам, ну, не нравится, мешает и так далее, и тому подобное. Или закончить какую-то работу, закончить какое-то лечение. Так, ну что ж, мои хорошие, с прогнозом выяснили. Маленько я тут перепутала. Ну что ж, бывает, бывает. Вот, в любом случае, желаю всем здоровья, удачи, процветания и всех-всех вам благ.